Друзья, вычислил школьника, вычислил грифера. Я договорился уже с его мамой о встрече. Его мама знает, что я уже приду, что я сейчас уже здесь вот буду звонить в дверь. Как я вычислил школьника? С помощью команды SYN на сервере Sedgecraft. На своем сервере вводишь команду SYN, выдается IP, дальше IP ты вводишь в Google. Ну, короче, дальше дело техники не очень все трудно. Тем более я вышел на маму, мама мне точно сообщила адрес. Сами проверьте, владелец сервера любой может вычислять IP-грифер. Вот я нахожусь в подъезде, вы все это знаете. Не будем томить, меня ждет мама, поэтому будем звонить. Только я не знаю, там звонится или... Звонок кому-то не работает. Тихо. Но меня уже должны знать. Ждать. Здрасте. Вы Денис? Ирина... Виталина. Виталина. Ирина. Вы меня ждете, ну, вы знаете, да, что это я там, Денис? Да, закрывать? Закрывать. Друг, если ты мечтаешь снимать ролики антигривишовые, получить золотую и серебряную кнопку YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Sedgecraft. У тебя будет доступ ко всем регионам, грифер. Ты сможешь сделать себе префикс, как у меня. Или придумать любой другой префикс, например, префикс антигриф. Вырежи топориком полдома, грифера. Ты даже сможешь превратиться в любого моба. Например, стать эндерменом. Грифер даже не поймет, что вы настоящий игрок. Напиши на весь сервер, чтобы игроки ломали дом грифера. И наблюдай, как игроки просто крушат этот дом. А самое главное, ты сможешь посадить грифера в тюрьму нашего сервера. Ты сможешь вычислить IP грифера с помощью команды SYN. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес грифера, с помощью которого мы можем просто троллить его. Ну и забанить грифера от имени консоль. Привилегии владельца сервера мы создали специально, чтобы ты снимал ролики анти-грифер шоу. На нее как раз сейчас действуют скидки 97%, осталось всего лишь 24 часа, не упускай свою возможность. И заходи на сервер Sedgecraft. Проходите. Ага. Так. Давайте проходите, я сама закрою, разувайтесь. Так, ладно, хорошо, сейчас. Моя подруга дала ссылочку в интернете на вас, сказала, что вы такой уникальный борец с непослушными детьми. Это ко мне! Это сын ваш, да, видимо? Да. Это сюда. Мой сын Дима, дело в том, что постоянно играет. Так. В какие-то игры не учится. О. Матерится. Мне ни в чем не помогает. Вообще ни книжки не читает, ни на улицу не ходит, ни в футбол не играет, ничего не делает. Понимаете? В общем, только постоянно. В общем, надо что-то делать с ним. Да? Это я так понимаю, вот я обострил внимание, компьютер, да, его. Да, я специально его приготовил. Ну как мы с вами же договаривались? Ну да, да, да. То есть я просто зрителям, я же снимаю, я зрителям хочу вот объяснять, да. То есть, чем больше мы объясняем, тем лучше. Мы с вами договорились о том, ребята, вот слушайте, что вот прекрасная женщина Ирина отдаст нам компьютер, который вот она сама покупала своему сыну, как его, Дима. Дима. Вы понимаете, я-то покупала ему компьютер для того, чтобы он учился. У него хорошие успехи, да, в математике. Но дело в том, что он начал играть. Материться. Вот я вам, у меня видео есть, я покажу, я принес все. Я его снимал. Ужасно, уши вянут, реально. Вы знаете, вы не первый человек, кто мне говорит. Да? Что я вам тут же, ты про меня говоришь? Это ко мне пришли, Дим. Да, Дима. Здесь нет. Кто? Дима? Ты кто такой? Что, мой блог? Это... А он еще не знает, да, что... Нет, он не знает, что вы придете, что я вам буду отдавать компьютер сегодня. Он не знает. Дим, в общем, я сегодня отдаю компьютер. Зачем? Для того, чтобы ты уже взялся за ум, начал учить уроки, перестал я играть. Я не могу взять за ум. Ну, я вижу, что за ум ты вообще не берешься. Дим. Что здесь смешного? Никто не смеется, Дима. Суть в том, что ты вообще понял, кто я такой? Не понял еще? Я Серджи. Мы с тобой... Серджи, мы с тобой играли. Я тебя вычислил. Ты владелец сервера на сервере Sedgecraft. Ты банил, кикал, матерился, угрожал. Я тебя еще в тюрьму посадил. Ну, вы не понимаете, да, что такое... Это в игре. В игре есть тюрьма. Там еще тюрьмы какие-то? Да, в Майнкрафте, вот лично в моем сервере есть тюрьма, я его туда посадил, сажаю туда всех тех, кто ужасно себя ведет. Ты ужасно себя вел. Я тебе говорил, что... Не играл я ни с кем, никого я не банил и не кикал. Ну, это ложь. Ну, какая ложь? Твоя мама мне верит, мама бывала на моем канале, ты был, наверное, на моем канале, Серджо. Никогда не слышал о таком канале. Ну вот... Вообще, что снимаешь? Подожди. Что у вас там за видео? Убери. Подожди, у меня есть видео. Дима, на меня себя ведешь, сынок. Ты даже... А ты зачем? Даже на камеру себя так ведешь? Ну потом тебе же покажем. Видео? Вот я специально сейчас принес. Вот есть видео, вот. Я прямо сейчас вам его покажу. Сейчас прибавлю, чтобы вы хорошо слышали. Дима, да? На. Я в тюрьме. Мне сейчас дракон съест. Тюрьма.
ли? Это не я! Ты что, меня подставить решил? Почему подставить-то? Ты... Сынок, да это ты! Я тебя с рождения знаю! Твой голос ни с кем не могу перепутать! Не я это! Ужас, уши вянут! Заберитесь, пожалуйста. И что, так каждый раз, когда они играют? Я не знаю, каждый... А сколько часов они вот так матерятся и сидят? Ой, я не хочу просто врать! Не мучайся вообще! А это что сейчас? Я не хочу просто врать. Давайте вот. Заканчивать с этим. Я вот хочу взять и отдать этот компьютер. Он не трогал мой глаз. Мне теперь все понятно. Мне забирать, да? Берите, забирайте этот компьютер. Так, подождите, мне надо одеть. Дима, сынок, тебе будет лучше. Понимаешь, без него. Мы с ними занимаемся, почитаем. Зачем нам эти игры? Зачем ты так вот одевайтесь, обувайтесь? Нет, сынок, все. Я отдаю компьютер. Никаких не отдаю, да. Ужас, что... Так. Как мне? Я не хочу просто... Иди давай в свою комнату, все. Так, Дима, это же... Дима! Давайте помогайте мне. Так, я просто не хочу участвовать в такой... Так, Дима! Дима! Он мой золотой, давай. Я не знаю, как у него забрать. Давайте. Подождите, так. Держу я его. Ужас, все. Дима. Вот какая у нас зависимость. Ужас, это надо лечить вам. В комнату в свою. Да. Дай вот компьютер. Дима. Отдай. Так, открывайся. Так, отдай. Да, вы меня защитите, да? Да нет, отдай мне компьютер. Дима, да с... Ужас. Ребята, это компьютер не мой. Блин, почему тут все тяжело-то? Господи. Одной рукой снимать и держать такой блок. Ой, так, не сломать. Я в шоке, что сейчас было. Вы, в общем, сами все слышали? Я с мамой, уже прекрасная женщина Ирина, мне прям очень приятно было с ней даже снимать ролик. Забрал компьютер, отдали компьютер. Зачем это все было сделано? Чтобы он маленько за ум взялся, перестал играть, перестал вообще вести себя, как я не хочу обзываться, да? Это надо лечить, зависимость надо лечить. И почему-то она решила мне отдать компьютер. Типа я ютубер, я таких снимаю, мне можно довериться, я с одного же с ней города. Поэтому, друзья, я сейчас полетел домой. В общем, буду хранить пока компьютер у себя. Все, до свидания всем. Сейчас, смотрите, пух! Вот я и дом, дорогие друзья. Наконец-то я приехал, дотащил сюда этот компьютер. Все, друзья, теперь он будет стоять у меня. И мы с Ириной. Ирина, вы наверняка смотрите этот ролик, да? Все в порядке, я удавился, все хорошо. Он будет стоять пару дней. И вот пишите в любое время привезу. Мы решили так сделать, чтобы, может быть, как-то исправить его поведение, исправить грифер, потому что, мы попытались. Тем более мама согласна, я ничего не забирал, ничего не отбирал. Мама сама так решила грифера, и мама сама мне отдала компьютер, поэтому вы сами видели как. Поэтому мама очень адекватная. Ей прям лайк ставьте, прям поддержите маму лайком. А я уже нахожусь на сервере. Опять же, меня спрашивают, как я нахожу гриферов, да? Пишем команду syn, вы видите, да? Пишем команду syn, и нам выдается, вот, например, любой ник. Ник забыл, ник, допустим, любой. Syn Артем. Все, пожалуйста, да, мы видим IP. Нетрудно, ничего там такого нет. Уже IP высвечивается, дальше дело техники. Все очень просто. Вот и все, в принципе. Нашли, считай, IP-грифера, дорогие друзья. Соответственно, каждый владелец сервера может вычесть IP-грифер с помощью команды syn. Мы это специально сделали, чтобы любой владелец сервера смог снимать ролики анти-гриф-шоу на нашем сервере Сережка. Посмотрите, как здесь круто. Мой скин стоит. Гейм, все, пожалуйста, заходите, снимайте ролики. Все предусмотрено для вас. И вот та самая тюрьма, куда я его посадил. Джайл сервера, мама грифера. Ирина, вы не понимали, о чем я говорю. Вот она, тюрьма. Не пугайтесь, и он в настоящей тюрьме сидел. Сюда его посадил, вот его клетка, камера, видите. Команда для того, чтобы посадить грифера в тюрьму. Вот я вот этой команды посадил, он здесь сидел, и мы с ним здесь снимали в скайпе эту часть, все снимали. В общем, дорогие друзья, заходите, IP в описании ролика, раздача бесплатных админок, крутой спаун, все это сам я лично строил. Подходите вот к этому чуваку на спауне, вот он спаун, да, вот он я, вот так вот подлетаете, тыкаете на него, и тут можно выбрать админку. Например, ну давайте за убийство тыкнем. Вот, можно владельца сервера выбить. 15% есть, то есть играйте, получайте ключики. И я сам здесь часто очень снимаю, общаюсь с аудиторией. В общем, приходите, здесь будет весело, получайте админки, ловите гриферов и снимайте анти-грифер-шоу, становитесь владельцем сервера. Все, всех жду, я переписание ролика, все. Ставьте лайки, поддержите, все, всем пока.